В Иванове начал работу новый офис МФЦ «Фрунзенский». Это четвертый по счету центр в городе, и располагается он по адресу улицы Красных Зорь, 10. Для работы с гражданами открыто 11 окон. При непрерывном потоке один специалист сможет принять около 32 клиентов, если в среднем на человека тратить 15 минут. Офис «Фрунзенский» позволит разгрузить центральный, октябрьский и ленинский отделы МФЦ. Когда в прошлом году я первый раз посещал МФЦ в качестве главы города, много жалоб звучало на то, что очереди, особенно на улице Советской. И вот мы ездили на Советскую, на Станционную и поняли, что есть необходимость открыть дополнительный офис. МФЦ предоставляет 137 государственных и муниципальных услуг, от регистрации права на имущество до замены паспорта. Правда, загран здесь можно пока получить только старого образца. Нет биометрической кабины. Услуги востребованы в основном два направления. Это Росреестр, регистрация недвижимости и выписки из Единого государственного реестра недвижимости. И регистрационный паспортный, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта и регистрационный учет, то есть прописка, выписка. К визиту клиентов с ограниченными возможностями здоровья в МФЦ на Красных Зорь подготовились основательно. Установили пандусы, туалет оборудовали специальными поручнями и подкатной раковиной. Так что прийти и зайти может каждый. А вот найти нет. Зампред правительства Светлана Давлетова сделала замечание касаемо отсутствия навигации. Руководство МФЦ пояснило, уже направлено письмо в городское управление благоустройства с просьбой установить указатели на улице Красных Зорь и Кузнецова, информирующие о новом отделе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.